За коробки. Вот так. Вот так. Уа! Он меня распополанил. Всем хай. С вами Юджин. И, как вы знаете, друзья, несмотря на то, что я мужчина, я не очень люблю машины. Я даже бы так сказал, что я их ненавижу. И я их очень сильно боюсь. И всему виной тот самый травматичный случай, что произошел со мной в прошлом. Сейчас я вам расскажу. Дело было зимой. Я шел домой. Черт, эти ночные смены. Может быть, я смогу встретиться с Джоусом по пути. Джойс. Это мой друг, Джойс. В общем, шел я себе и... Так, я припарковался на парковке отеля, где-то рядом. И вот я вижу, машины стоят, светят фары. Неприятно. Ночью все кажется устрашающим для меня. Я очень пугливый человек. И где-то отель. Вот отель. И получается, машина моя припаркована где-то тут. Скорее всего, это она, но почему-то багажник открыт. Разве отель не закрыт в это время года? О, и вдруг это произошло? Нет. Меня схватили. Я в багажнике. Черт с тобой. Я убью их. Что это? Нет! Мы врезались? Или меня вытащили из багажника? Что произошло? Музыка. Чувствуете? Крутая музыка. Мне нравится. Я очнулся. А, хорошо. Зрение приходит в норму. Вот машина, которая столкнулась. Я просто вылетел из багажника так далеко. Черт, Фрэнк умер. Или пропал. Меня это очень сильно парит. Я не понимаю, он же меня похитил. Фрэнк был хорошим парнем, несмотря ни на что. У него были свои проблемы. Мне нужно найти телефон или что-нибудь, чтобы позвонить Джоусу. Он должен убираться отсюда, пока Фрэнк не добрался до него. А-а-а, Фрэнк хочет убить Джоуса, моего друга. Вот. Получается, кто-то уже знает, что я подойду к телефону. А, какой яркий. Что? Что произошло? Я переместился? Я переместился, кажется, с помощью телефона. Так. Так, я что, в матрице нахожусь? Не зря все такое зелененькое. Что это? Мы возле дороги или это маяк? Это плохо. Я что, теряю сознание? Рассудок? Нужно найти помощь срочно. Я бегать не могу. Может быть, я ногу повредил, не знаю. Очень холодно. Я еще не объяснил, в чем суть этой игры, если что. Но я думаю, из названия этого ролика вы уже поняли, о чем речь. Мне показалось это очень интересно. Смотрите, снова телефон звонит. Мы сейчас опять переместимся куда-то. То есть я был в городе, но теперь внезапно я просто на побережье. О боже. Я вернулся обратно в город. Похоже, кто-то здесь есть. Машина. Посмотрела на меня. Поехала. Ой, а там водитель, кажется, очень сильно пьян. Я, кстати, бежать все еще не могу. А уже хочется. Я вижу, телефон горит вдалеке. Слышите, она как будто бы сюда едет. Вот она. Это здесь. Она уже объезжает. Затихла. Пожалуйста, чувак, ну бегай ты. Ты мне очень нужен, чтобы ты бегал. О, что-то произошло с телефоном. Вон, еще один. Нам туда. Блин, там машина в ту сторону вообще-то. В каких-то гаражах. Сразу вспоминаю 90-е. Свое детство. Вот эти места с гаражами всегда были очень устрашающими для меня. Алло. Хорошо. Морфеус забрал меня отсюда, спасибо. Перед тем, как я кого-то увижу, телефон — это моя лучшая... Это моя надежда. Во, теперь я могу бежать. Хорошо, все еще в гаражах. О, нет! Нет! Это Фрэнк! Скорей! Да елки зеленые! Как... Что? Ага. Нет. Нет. Не специально меня на стрём бросают, но я не поддамся страху. Нет. О, боже мой. О, боже мой. Блин, он прям на меня едет. Началось. О! За помойку! Смотрите, водила просто... О, боже мой!
Найн! Эти машины просто так пытаются задавить меня! Несмотря ни на что! Посмотрите, как усердно они работают! Ай-яй-яй-яй-яй! Нет, только не в телефон! Он хочет не дать мне возможность убежать! Это мой шанс? Давай, беги! Я так и знал! Ой-ой-ой, прям на меня едет! Хорошо! Там что, заглох? Чувак! Как было близко! Нет! У него мишка! Ау! Задел меня, гад! У него мишка на капоте! Блин, это так напряженно и так волнительно. Ага. Мусорные контейнеры они могут сшибать. Понятненько. Тогда вот за этим лучше прятаться. Нет, это не мишка у него, а младенец. Пупсик. Оп. В сторону. Вот так запутать его надо, чтобы он дрифтовал. Хорошо. Есть. Убежали. Очень прикольная игра. Что это был за звук? Выстрелы. Может быть, Фрэнк не смог оттуда убежать. Что? Это что такое? А почему все в крови? Так, я убегаю отсюда. Что, это танки? Это музей танков? А как нам сюда залезть? Перепрыгнуть мы не можем. Где-то в этом заборе должна быть брешь, обязательно. Это точно не здесь. Значит, я правильно шел. Может быть, на какой-то камень можно будет забраться. А, нет. Просто калитка открытая. Как ее не заметил, непонятно. Я сомневаюсь, что машины будут хорошо ездить на скользком льду. Я очень на это надеюсь. Да, елки, да, понятное дело. Это просто вейпоинты для меня, по сути. Машины-то, конечно же, будет плохо ездить! Вау! Внезапно! Так, меня не преследуют какие-то конкретные люди на машине. Меня преследуют любые машины, просто машины. Слушай, Охренеть, все водители в этом городе обезумели и хотят меня убить. Это просто ночной кошмар. Ночной кошмар наяву. Слышу! Есть. Я удрал. Все это в моей голове. Должно быть так. Вон. И машина вон. Ой, а мне здесь прятаться негде. Там что, женщина в этой машине? Что я делаю? Оу! Черт, я думал, все, водитель сдох. Быстрее к телефону. За коробки. Вот так. Я прям прочувствовал, тут удар меня распополанил, мне кажется. Каким образом я еще жив? Мне повезло, и мое жирное пузо смягчило удар. Черт! Коробки! Тормозите ее. Надо налево. Я вижу телефон. Так, пока он там запутался, это мой шанс. Но вряд ли это конец. Так, хорошо, дальше куда? Вон туда. Столбы, это мои главные враги. И их главные враги тоже. Хорошо. Он едет. Боже мой! Все, хорошо. Сейчас, пока он будет разворачиваться, у меня есть время. За остановку. Блин! Нет! Еще одна! Перестаньте. Черт! Я хотел проскочить, не успел, получил! Как внезапно появляются машины. Мы здесь почти что победили. Давай! Оп! Вот туда. Отчаиваемся. Где они? Та просто застыла на месте. Все, подохла, видимо. Хорошо. Всегда было интересно. Я так как-то представлял, а что если тебя пытаются реально задавить во что бы то ни стало? Мне кажется, если машина уже не смогла по тебе попасть, то дальше тебе будет очень легко, в принципе, от него ворачиваться, хотя я могу ошибаться. Все, мы переместились. Я бы не хотел никогда в жизни это проверять. Черт, я устал. Телефон вон там, кажется. Как будто бы живая музыка и помощь, возможно. Это группа. Как они там называются? Я не прочитал, что там говорилось. Опа, это воспоминание, предыстория. Андрея, милая девочка, боролась с той же болезнью, которая забрала ее мать от нее. Ты приедешь меня навестить? Она спросила, когда уехала в госпиталь. Какое-то время я навещал ее, но в конце концов Фрэнк решил, что этого достаточно. Я нашел письмо после того, как проснулся в подвале.
забавно, тут даже они историю впихнули в эту игру. И наше фото. Джоус. И мое. Стоп, а телефон внутри. Окей, мы переместились. Нужно продолжать двигаться. Оу, машина уже наготове, уже едут. Что это? Что это там торчит, доски? Так ощущение, как будто чувак из строительного магазина поехал. Такой, стоп, Евгений на улице, пора его давить. Где вы учились водить, упыри? Боже мой, я прям вышел, получил по щам. Осторожней будь. Так, вперед. Слышу. Ага, прямо в меня едут. А, кстати, я могу же оборачиваться. Точно. Здесь они не проедут, так что я в безопасности. Ой, нет, они объедут просто. Черт! Быстрее! Не работает. Сломалось. Чертовы агенты! Они не дают Морфусу меня забрать. Так, дорожные работы. Может быть, я могу заманить их ловушку там. Мне, кстати, вон туда. Там красненькое было. Ты здесь осторожней. Тебе машину-то свою не жалко! Ой, по-моему, это еще одна живая моя подохла? Меня задавили. Нифига себе. Хорошо, погнали. Скорей. Где еще один? Блин! Эти фары в лицо! Как это было страшно! Быстрей! Все в порядке? Вон она. Гады, они объезжают! Вот умные гады! Хорошо, побежали быстрее. Дорожные работы. Вот сюда заманить ловушку. Вот что они хотят. Давайте попробуем. Бросаем вызов им. Ну че, машины? Попробуйте сбейте меня. Я не боюсь. О, ты здесь? Скорая помощь! Ты должна... Ой, это неловко. Ты же должна меня спасать. А ты что делаешь? Тебе клиентов недостаточно? Давай. Out for blood, а написано у них. Они в погоне за кровью. Ясно. Давай. Нет, они не тупые, они видят все прекрасно. Черт! Это не так просто! Не так просто, тихо! Фу, хорошо, что они на скорости была. У вас что, доноры крови закончились? И вы уже сами добываете ее, просто размазывая кровь по капоту своей машины? Сволочь! Как же заманить-то тебя? Хорошо. Вот так. Давай. О. Нет. А где те две машины? Они закончили свою работу? Все? Ночная смена у вас? Нужно, чтобы она разогналась как следует. Что она успевает объехать. Черт, немножко меня размазали. О! Дерево спасло. Черт, когда кажется, что ты вырулишь, а оказывается, нифига. Вырулит только машина на тебя. Слышите, он прям близко. Давай! Вниз! Я не могу заманить. Сволочье какое. Стой. Вот так. Нет, хрень полная. Хорошо. Нам нужно дать ему больше разгон. Я очень хочу заманить его в ловушку. Ага. Итак. Оп! Вот скотина. Хорошо, гоу во двор. С этой машиной бесполезно. Ой, что? Бесплатные конфетки здесь. О, он тоже поехал. Черт. Блин, как это нервозно. Это сложный левел оказался. Побежали. Так. Вон ей второй. О-о-о. Просто напрямую бежим. Им долго объезжать. Тут же начинают бежать. Фига у них искусственный интеллект. Мама. В ловушку. Давай, в ловушку. Чё? Я думал, он застрял. Нет. Он очень целеустремленный. Оп! Есть! Один готов, все. Ха-ха-ха-ха. Погребен. Хорошо. Тот просто перестал за мной ехать. Мы его победили. Он увидел, что я сделал с его другом, и такой, нет, признаю. А, блин, вот два новых появилось. Скорая помощь и конфетки бесплатные. Черт, опасно. Вот туда.
Есть, успел. Столб. Надо возле столба держаться. Хорошо? Вот. Эта музыка, что там долбит в этой машине, очень меня пугает. Скорей. А, нет. Нет, позвони уже на нормальный таксофон, пожалуйста. О, это ж там. О-о-о. Есть. Следующий? Где следующий едет на меня? Ладно, я успею здесь. А-а-а. Как он додумался до такой игры? Просто убегаешь от машин взбесившихся. Я не удивлюсь, если там нету водителей. Окей, окей, окей. Есть. О, телефон, я вижу его вдалеке. Что? Опять выстрелы. Еще выстрелы. Три снова. Что это значит? Почему три? Почему акцент на трех? Тупик, тупик, тупик. Вот туда. О, это переулок. Мне кажется, здесь будет безопасно. Хотя машина может проехать. И если она сейчас поедет, о, мне придется не сладко тут. Оу! Черт! Что за нахрен? Ты мороженщик? Вы что, издеваетесь? Я понял историю игры. Я маленький мальчик. И меня все хотят уничтожить. Всякие мороженщики, маньяки с конфетками бесплатными. О, нет. О, нет. Куда? Куда? Позвольте. А куда теперь-то? Я должен найти. Вот. За столб, за столб. Ага. Мороженщик. Черт. Мороженщик едет. Какое мороженое зимой? Ты угораешь, не нужно мне. Пожалуйста, оставь меня в покое. А? Куда теперь? А, перепрыгни, пожалуйста. О, есть. Окей. Прошмыгнул. Прошмыгнул еще один. Ого. Вон. Вон вдалеке. Боже мой! Какая боль, какая боль, какая боль! Протащил меня. Бежим. Так, так, так. Есть. Все, больше никого нет за мной. Отлично, это победа. О. Вон он, мороженщик. Я что, в соседний район, что ли, переместился? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты, он ни перед чем не остановится. Посмотрите, он даже не контролирует скорость. Ему главное снести меня. Размазать по асфальту. В сторону, в сторону! Есть. Хорошо, это его замедлит. Вон мой телефон. Что? Больше никого нету? Ой, как хорошо. Да, блин. Естественно. Следующий где-то там. Эта музыка так меня устрашает. Она такая невинная. А он там застрял полностью. Ха-ха. И полицейская машина появилась. А, нам к ним и нужно. Надеюсь, полицейский пытается помочь мне и арестовать мороженщика. О, да. Есть машины и добрые, оказывается. Это машины полицейских. Но их уничтожили. Успею добежать. Куда он поехал? О! Черт! О! Нет, слушай, полицейский и грузовик вообще не обращают на меня внимания. Они как будто бы все хотят мороженщика убить. Спасибо! Спасибо, товарищ полицейский! А-а-а! Ну вы не помогаете! Помогите! Давай, финальный рывок. Ребят, что делает грузовик? В чем его задача? Есть. О, победа. А, недолго мне дали подышать. Мы опять в гаражах. В какую сторону? Скорей, скорей. Есть. Ага, кирпичон не сшибет. О, черт подыха! Слушайте, телефон! Запрыгивай! Есть! Да что ты такой проворный? В сторону!
А-а-а! Он очень маневренный! А-а-а! Сюда! Есть! Вот сюда он точно не заедет! А-а-а. Немного спокойствия. Почему я? Ой, фонарь начинает мерцать. А, что происходит? А, меня подбили сильно, видимо. Что происходит? Нет! Хватит! Ты пожалеешь об этом. Там титры на титры наслоились, поэтому я не увидел, к сожалению, все. Ага. Ага, это правда произошло. Черт. Как долго я был в отключке. Может быть, посмотреть? А, я бы все равно не смог уйти отсюда. Там горит полицейский? Полиция. О, дальнобойщик! Дальнобойщик! Это как босс! Ни одна машина меня не защитит. Он все будет сталкивать. Какая махина огромная в сторону. Он ни на секунду не останавливается, когда едет. Столько машин, он просто их отодвигает в сторону. Где он? Почему его нету? А, вот он. Это было очень эффектно. Черт, как он близок! Как он близок! Это был явно главный босс. Что-то кровь с меня льется и льется. О, нет. Где ты? А, из гаража выехал. Ага, что он будет пытаться сделать? Сдаст назад. Сейчас давайте еще разочек врежется. Побежал. О, черт! Господи! Да ты уверен, что будет еще долго разворачиваться? Внезапно ты поворачиваешься назад и видишь, что он уже почти что в тебя врезался. А! Что это за запах? Скорей! Отсюда он нас не достанет. О, да. Но кто-то еще будет. Что-то меня мутит. Помогите кто-нибудь. Такси? Такси, пожалуйста, комфорт-класса. На. Слышу. О, едет целый грузовик. Целый, блин, грузовик. Что это за музыка? Черт, я плохо вижу. Мама. Есть. Давай, перемещай меня. Вон туда. Да блин, я уже пугаюсь всех машин. Даже те, что просто стоят на месте. В сторону. Это что, ламба? Нет, это не конец еще. Вот, аж туда надо бежать. Мне нравится музыка. Давай. Есть. Хорошо. Поберегите нервы мои. Красная. О, далеко. О-о-о. Все еще мутит. Это лед. Ничего себе. Что, гад выключил фары? Он выключил фары, прикиньте. Это маяк, мы здесь были уже. И только благодаря маяку мы можем понять, где машина. Ну и звук, конечно же. Так, ее здесь нету. А куда я бегу? А, правильно. Окей, огромный корабль. Это страшно, мне всегда страшно смотреть на корабли в море. Когда он так вот стоит в темноте. Вон. Это что, мороженщик опять? Нет, это просто фургон, дом на колеса. В сторону. И прямиком в лес. Он разворачивается. Хорошо. Деревья. Ага. Еще полпути. Хорошо, видите, его заносит. Это благодаря льду.
Что происходит? О, понятно. Вечеринка на колесах продолжается. Да. О, как это было близко! О, у меня живот вжался. И мышцы напряглись пресса. Окей, окей. Вот так. Ай! Это он еще мне бибикает! Ох, их тут двое, оказывается. Он еще мне бибикает, представляете? Типа, мол, я хожу не там, где надо. Море рядом. А? Есть. Нифига себе, как он вырулил. Бегом. Хорошо. Хорошо, он врезался сразу. Не вижу его. Черт! Интересно, а можно ли запрыгнуть на него? Сейчас мы проверим. Оп! Ага! Ага, нет, это плохая идея. Хорошо, обогнул. Где он? Едет. Прячемся! Ага, вон вторая. Да че он не бежит? Он не бежит, он перестал бежать у меня. Запрыгни! Запрыгни, урод! Да! 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 Отлично! От одного избавились. Если только тот не подтолкнет его, они могут кооперироваться, интересно? О! Есть! Давай, унеси меня отсюда! Нет! Обратно? Нет, нет, нет. Опасно. Сейчас он будет объезжать, я не могу бежать! О! Нет, это не тот, который был в яме. Тот все еще в яме. А! Черт! Напнул мне! Не надо мне, не надо мне! Где еще? Вон еще, опять обратно бежать! А! Ой, как мне повезло, что он не за... А, это ты здесь? Нет! Нет! Ай-яй-яй-яй, куда ж ты едешь? Куда ж ты едешь? Вот что бывает, когда права покупаются, а не сдаются к честным способам. А! А! Хорошо? Хорошо? Давай-ка в ямку! В ямку! Я должен в ямку его. Хоть кого-нибудь. О-о-о! Оно того не стоило. Давай! Давай! Оба! Оба в ямке! Есть! Слушайте, двоих вынес. Вот это было хорошо, нет, оно того стоило, получается. И теперь обратно возвращаемся. Смотрите на эти жалкие потуги. А это кто? Еще одна машина? Я знаю, что сейчас еще одна появится. Так. Какую сторону? Откуда вот эта машина? Почему? Почему она не живая? Но... Мне же лучше. Вот это я чисто разобрался. Сюда. Все, бежать не могу. Кажется, машин здесь не будет. Я не могу. Я так устал. Что-то я не очень доверяю. Не очень доверяю этому месту. Тем более здесь яма. Эта песня. Андрея просила меня включать ее каждый раз, когда у нее было... Был ночной кошмар. Точнее, плохая ночь, когда ее болеутоляющие не помогали. Почему телефоны? Что за прикол такой с телефонами? Жизнь никогда не станет прежней и нормальной. После того, как я потерял свою жену, сказал Фрэнк мне. Вот почему он это сделал. Что это за звук? Что там? Там что-то очень страшное. Звуки прекратились, как только я подошел сюда. Оу. Опять фотография. Я ждал Андрею, чтобы уснуть. И заблокировал дверь и схватил нож. Я порезал ей запястье. После этого я помню только, как Фрэнк выстрелил через дверь в подвал. А, я слышал через, сквозь дверь в подвал, как Фрэнк стрелял.
Я не могу остановиться теперь. А, но куда же я иду? Слышите, крик. О, нет. Хорошо, езжай отсюда. Вон телефон. Хорошо. Тогда я за столб встану. Как же он разворачивается проворно. Как он? Что это было? А, вторая машина въехала в нас. Перепрыгнуть обратно. Мама. Ой, господи, это очень напряженно. Приходится все время быть включенным максимально. Нельзя останавливаться. Нужно всегда думать, что делать. Ой-ой-ой-ой, сейчас собьет туалет. Так, вот вторая. Окей, побежали. Хорошо, здесь будет небольшая передышка. О, нет, очень небольшая. Успеть? О! Вот это сюрприз. Так, они столкнулись друг с другом. Это их чуть ток замедлит, я успею. Я успею, но это не последний телефон. Сюда. А, черт! Ладно, попробуем еще разочек. Оп! Это тот чувак с пупсом на капоте. И на лампе. То есть у нас уже есть знакомые персонажи. Мама! Прям колено! Колено повредил мне! Беги, нон-стоп. Беги, нон-стоп. Оу! Удачно. Вовремя. Смочь. Не сдохнуть. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Подбеги. Успел. Где? Недалеко. Хорошо, вот так. О! Ловушка. Давай. Заезжай, ублюдок. Да нет, столб помешал. Во! И в этой яме я и погребен. Ау! Какой отцовский неприятный лещ был только что. Оп! В сторону. Оп! Позорище. Позорище, я сказал. О, сколько? Их три? Я не ожидал, что их будет три. Откуда третья-то взялась? Пожалуйста, только давайте сейчас не три машины. Это слишком много. Хотя я люблю вызов. Как-то несерьезно я подхожу к вопросу своего выживания. Надо быть очень внимательным, осторожным и никогда не останавливаться, несмотря ни на что. Лах! Ау! Нормально. Ничто мне не угрожает. А, все в порядке. О, как чокнулись они. Теперь две машины. Откуда третья-то взялась тогда? Пока они там лобызались, это дало мне время убежать далеко к телефону. Да, они очень хорошо запутались. Да. И так, оп, сразу. Ой. Че они там мешкаются? Ну-ка. Ну заедь в ямку, пожалуйста. Бесплатное парковочное место для тебя. Отлично, один готов. Ой, спасибо, загнал его чуть дальше, чуть глубже. Мне это только на руку. Что? Они оба застряли. Да. Уходим. Куда же мне теперь? Ладно, пойдемте выйдем, посмотрим. Ну они застряли, все. Мне больше... Ничто не угрожает, надеюсь. Вон телефон. Смотрите, как он старается. Как он старается ехать. Ой, сейчас задавлю Евгению. Мой пупс собьет тебя. Позорище. Ладно. Давай.
Резину жги. Так сразу свободно и легко стало дышаться. Я знаю, что мне ничто не угрожает больше. Хотя всегда может появиться машина номер 3. Но, по-моему, мы уходим отсюда. Да. Так. Темнота. Ой. Господин полицейский. А что это вы? Вы же мне помогали. Ну, видимо, это огненный полицейский. Он другой, он злой. Силы зла его захватили полностью. Сможем проследить историю персонажа полицейского. Сначала он нам помогал, потом он сгорел. И теперь он за нами гоняется. Пожалуйста. Хватит. Хватит, я говорю. Окей. О, он пошел на такой большой разворот. О! Как светло, как ярко. Куда же мне? Вон туда. Только он мой враг. О! Есть. Давай сюда. Ко мне. Будем бежать вместе с ним. Ага. Ладно, с одним, когда один. Один машина, это не так страшно. Хорошо. Плохо. Ой-ой-ой. Так лучше, Евгений, не болтай лишнего, а просто действуй. Всегда, когда начинаю выпендриваться, происходит что-то ужасное. Ага. Блок истории. Андрея говорила о своей матери очень часто. Фрэнк нет. Он не хотел так себя вести. Я не прочитал дальше, что было. До сегодняшнего момента жизнь никогда не станет прежней, поскольку я потерял свою жену. Он говорил без следа сожаления. Без доли сожаления, точнее. Это горит машина? Там выстрелы. Этот грузовик. Он захватил Фрэнка в ловушку в туннеле. Почему он не двигается? Он ожидает кого-то, чего-то. Но нам к телефону нужно. Присоединяйся к нам, написано. Одна последняя попытка. А почему мы не пошли к Фрэнку? Я выбрался. Я наконец-то выбрался. Я почти там, Джойс. Или Хосе. Наверное, Хосе. Полицейская машина. Они помогут мне? Заберут меня домой? О! Сюда. Давай тебя подлатаю. Почему такое зеленое отражение в зеркале? Это неспроста. Там кто-то едет. Там кто-то едет. Машина с досками. Конец. Очень прикольная игра. Название ее напишу я в описании. Мне прям хочется бесконечного режима просто там продержаться на время от этих машин. И большая-большая карта. И чтобы не обязательно была ночь. В общем, разные карты. Потому что очень крутая концепция и постоянно напряжение. Это как, помните, видос с Абунгой, где мы от Абунги бегали в G-моде. Это можете посмотреть вот здесь или в описании, там также оставлю ссылку. Я надеюсь, что вам понравилась эта игра. Надеюсь, что вы были так же на нервике, как и я. С вами был Юджин. Увидимся очень скоро. И всем 5!